Захват земли выявили сотрудники Ленинской прокуратуры областного центра. Они установили, что специалисты Центра эстетической медицины, расположенного по адресу Московская, 55 областного центра, незаконно использовали земельный участок, им не принадлежавший. На этом месте без разрешительной документации поставив забор более чем на 200 метрах. Возбуждено дело об административном правонарушении. Два виновных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Юридическому лицу внесено предупреждение. Штраф заменяется предупреждением. В связи с необходимостью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с, я думаю, со сложностью оформления, юридические лица идут по наиболее простому пути, по самовольному захвату. Но мы своими мерами понуждаем их все-таки узаконивать использование данных земельных участков.